Я приветствую подписчиков и зрителей канала, с вами Бадди. Продолжаем играть Hitman Absolution, и закончили мы, вот судя по всему, перед воротами в офис того самого агентства, на которое мы работали, которое предали, и которое теперь пытается отчаянно нашего героя замесить, погребсти его тайну под грудой земли. Но не тут-то было, мы из непростых парней. Здесь мы остановились, здесь отсюда и продолжим. Но начнем по традиции с мысли 47-го. Blackwater Park. Осажденное здание. Декстер будет ждать моего появления. Я лишил его сына. Если его гнев подтолкнул его пойти против агентства, не вздумает ли он пожертвовать Викторией ради мести? Нужно соблюдать осторожность. Но так или иначе, все закончится здесь. И это верно, так или иначе, все закончится. Так, судя по тому, что я пока нахожусь не во враждебной зоне, я могу бродить здесь, как моей душе будет угодно. Странно, да, что охранники не знают, что надо опасаться лысого убийцу. Простите, сэр. Blackwater Park закрыт из-за угрозы безопасности. Я понял. Просто постарайтесь на сегодня найти другое жилье. Хорошо. Давайте посмотрим, может где-то можно войти в другое место. Так, ну сюда ты меня явно не пустишь, да? О, да, все, все, все. Ухожу, 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 ухожу. Специально напрашиваешься на неприятность? Нет, 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 нет. Спасибо, что пошли навстречу. Да не за что. Ну давайте по традиции начнем с самого очевидного. Простите, сэр. Входа. Парк закрыт из-за угрозы безопасности. Через эту дверь. Пожалуйста, постарайтесь на сегодня происходит? Найти другое жилье. Не знаю. Надеюсь, нас пустят внутрь. Эй, прошу прощения. Простите, сэр. Мадам, Blackwater временно закрыт. Нельзя ни входить, ни выходить. Простите, но мы тут живем. Я понимаю, но у нас потенциальная угроза. Какая еще? А угроза? Чего это ты тут крадешься? Мы не уверены. Чего ты, говорит, тут крадешься? Ну, сам не верю. Вы не понимаете? Мы тут живем. Я понимаю. А вы должны понять, что здесь небезопасно. Пожалуйста, постарайтесь на сегодня найти другое. Так, что-то он меня заболтал. Я пытаюсь понять, если я сюда пройду. Все, да? И он об этом узнает. И вам хорошего вечера. Вот урод. Отлично. Если я прохожу здесь, я уже автоматически... Ступай себе мимо. Понял, понял, не кипишись ты, господи. Ну все, значит, здесь мы вряд ли пройдем. Давайте, наверное, пойдем через улицу. Здесь слева ничего нету? Главное, чтобы сердце не прихватило. Например, делаем так. Как вариант. Попробуем проскраться здесь. Куда крадусь, пока не знаю, но в любом случае. У нас все миссии так начинаются. Что-то делаем чисто по интуиции и куда-то приводим. В принципе, на этом геймплей построен. Если играть с первого раза, стараться. Конечно, можно после каждой малейшей ошибки загружать чекпоинт и, уже зная локацию, делать все правильно, но это же не интересно. Так, вот допустим, вот здесь мы можем пройти? Можем. Давайте попробуем вот так. Ой, какое палево. Так, ну там, в принципе, можно пройти, если вот этот парень отойдет. Парень, а ты отойдешь? Ты прям... Ой, как палево такое. Кстати, я смогу там перескочить, наверное. Ну-ка, давай попробуем так. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Так, все, отвернулся. Давай, 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 давай. Ой, 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 какое палево. Ой, палево такое. Не слышали, что ли? Отойдите оттуда. Так, может проще сдаться? Сейчас вы не уйдете, мне придется применить силу. Давай, давай.
поля! У тебя есть право! Оп, хорошо. Теперь главное оглушить, чтобы его никто не видел. Переодеваемся и оттаскиваем его. Но при этом надо учитывать, что он тот парень на нас смотрит. Поэтому давайте его, наверное, подождем, пока он отойдет, и спрячем чела вон в тот контейнер. Кстати, я... А, он уже ушел. Все время забыл сказать, что игра не осталась без онлайна. Существует здесь режим контракта, который позволяет нам создавать свои собственные сценарии, делиться ими с друзьями. Среди заявленных возможностей есть у нас выбор локации, мишени, оружия и необходимые условия для выполнения контракта. Поэтому те, кто пройдут основную сюжетную миссию, вернее, кампанию, смогут повеселиться немножко и в этом компоненте игры. Так, что же постоянно палите-то? Так, я смогу здесь уйти, нет? Я же, в принципе, в одежде, что я туплю-то? Прошел мимо и все. Так, оп, привет. А, инстинкт закончился вообще не вовремя. Ладно, давай потихоньку, помаленьку. Чё ж ты так на меня палишь-то? Оп. Главное быстро уходить от них. Вон там можно зайти. Можно зайти через гараж. А я вижу, вон там какую-то дверь. Канистра с бензином не нужна. Но взял. Не нужна, но взял. Так, здесь ничего нельзя сделать. А это что? Выключить. Что, теперь можно будет здесь пробраться? Для чего я его выключил? А, вон все вижу. Все понял. Мы теперь можем с ним расправиться. Отлично. Давайте маскируемся. Теперь, когда мы будем в роли сантехника, у нас уже... Так, как избавиться от тела-то? Ну вот же только что кнопка была. Нас уже охранники не будут так палить, теперь нас будут палить только сантехники. Отлично. Это мне нравится. Единственное, что здесь есть еще один сантехник. Но если что, мы с ним быстро разберемся. Давайте проходим. Пока не знаю вообще, где я нахожусь, но, видимо, где-то в рабочих комнатах помещения. Это не сантехники. Это я удачно зашел, да? Так, здесь я не пройду. Это дождь. Просто жесть. Это не то слово. Так, а для чего тогда оделся сантехником? Чтобы пройти через основной? Животные. Так, ну, видимо, я здесь был только для того, чтобы переодеться в сантехника. Теперь я смогу беспрепятственно пройти, допустим, туда внутрь. Потому что оттуда зайти невозможно. Ну ладно, что-то двигается. Неплохой такой домик, хорошо охраняется. Я в таком пожил бы. Господа, вы меня пустите внутрь? Ты проверил свое оружие? Да, да. Патроны, все такое. Нет. Ну-ка я отсюда. Там снаружи настоящий.
Так, валим, 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 валим. Очень жестко, чуть не запалился. Они там внизу готовятся к полной изоляции. А если нам что-то понадобится? Ладно. Плохо будет. Вообще без понятия. Пора его спросить. Так, здесь не зайти. Давай наверх. Блин, ну сейчас я инстинкт исчерпал. Ну ладно, сохранимся здесь. Отлично, мы внутри. Это уже полбеды. А ты видел этих роботов-обезьян наверху? Вооружились, словно к войне готовятся. Если что, я бы лучше снаружи под дождем стоял, чем тут. Так, теперь на лифту наверх. Проникните в пентхаус. Ладно, ладно, спокойно. И не вешай мне лапшу на уши. Я знаю свои права, ясно? На меня тут все еще орут. Здрасте. Сканер сетчатки пропускает только уполномоченных лиц. Единственный обходной вариант – блокировка системы. Но было бы странно, если все удалось мне так просто. Значит, ищем комнату охраны и... Так, это что такое? Просто статуэтка. Ищем комнату охраны и пытаемся... Так, а что за маскировка? Кого мы перемаскируемся? Давайте попробуем. Хотя, я думаю, та же одежда, что у меня и сейчас была. А, нет, это получше будет. Может быть. Пока непонятно. Там-то меня полили только сантехники, а здесь вот эти парни, по идее, тоже меня должны... Давайте лучше обратно переоденемся. Если что, будем иметь в виду, что наряд этого свадебного генерала здесь лежит, в прачечной. Близки мы уже, думаю, к игре, к ее окончанию. Так, где-то здесь должна отключаться сигнализация. Вот, наверное, вот этой кнопкой. Здесь мы включим кино, да? Добрый день. Чтобы включить проектор, нужна 35-километровая пленка. Ой, километровая, миллиметровая. А для чего мне включать кинотеатр? Пока ничего не понятно. Большая локация, и давайте по традиции ее, наверное, сначала изучим более-менее подробно. Эй, командир, ты чего делаешь? Может быть, куда-то нас это все и выведет. Вот она пленка, ну взял. Допустим. Это какая-то столовая. Это просто туалет. Ничем для нас не примечательный. Нет, по нему куда-то можно пробраться. Куда? По-моему, я здесь уже был. Да, ну мне это не надо, потому что я в наряде. Если бы я ползал здесь в своем обычном костюме черном, то, конечно, он бы мне пригодился. Так, для чего я могу включить пленку-то? Я так и не понял. Чтобы отвлечь кого-то или что? Ой, ухожу. Ухожу. Сейчас он сюда придет, да? Значит, в этой комнате что-то есть. Чего понять пока не могу. Угу, видимо, там... Моя цель, где я отключу охрану. Значит, нам мешает только вот этот дядька. Сейчас давайте быстренько посмотрим, что здесь. Ой, все, ухожу. Я лучше сюда зайду. Так, давайте теперь сюда. Здесь я уже гость непрошенный. Так, ну это комната охраны, да? Да, здесь, видимо, и можно отключить эту сетчатку. Давайте будем пробовать. Единственное, что я без наряда полицейского. Ну, не полицейского, а охранника. Ага, вот она кнопка. Так, да, ну это обычная тема, я здесь уже был. Здесь ключи. Тоже ничем вещь не примечательная. Ладно. Пойдемте включать фильм. Включим фильм и таким образом, я думаю, каким-то образом отвлечем парней. Так, здесь легально все, да? Зал заседаний. Давайте включим, а там посмотрим. Результат будет виден. Теперь что?
Все пойдут сюда смотреть фильм? Вот этому я давно хочу научиться. Поскольку боевые столкновения часто позволяют сойти с противником всего один раз. В хлеву выросли? Шаг назад, пожалуйста. Так, ну и чё? Не всех же... Выключи это. Живо. Мы еще не готовы. Так, сейчас могу, нет? Так, хорошо. Вы нарушаете закон. Мы не готовы. Так, я должен успеть. Давай, 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 быстрее, 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 друг. Давай, там меня уже ищут. Нет? Ну ладно, вроде чисто сработал. Нет, он сюда идет. Быстрее, пожалуйста. А нет, вроде... Все. Запаниковал. Отлично, получилось. Все тем же макаром я сделал. Только что немножко другой поймал момент для того, чтобы разблокировать систему. Вот так вот, да, мы, значит, наобум действуем. Мистер Декстер, он отключил камеру в лифте. Идет к вам. Ну, что ж запаливает-то? Для чего? А, говорят, что богатство — это тяжелое бремя. Но я взвалю его на себя. И скажу я вам, что... Ой, да! Да! Срань господня, это не хреновая куча бабла, и она вся наша! Она моя! На, купи себе помаду. Черт, это целая прорва денег! Да. Что? Блин! Ты что, смеешься, падла? Сколько можно убивать одного сукина сына? Прикончите его живо! Ты иди и убей его прямо сейчас! Слышишь меня? Но нет же, вы не можете, потому что вы шайка драных абсосов! Все приходится делать самому! Успокойся! Господи, мать его, Иисусе! Все хорошо! Нет, нехорошо! Этот лысый хрен идет меня шлепнуть! Черт, надо же! Пойми, Лейла может остановить любого мужчину. Знаешь, мне кажется, в этом что-то есть. Я рассчитываю на тебя. Давай, ангелочек, пошли. Я на тебя надеюсь. Сделаю. Лейла может остановить любого мужчину, кроме 47-го. Так, только не говори, что сейчас придется воевать. О-о-о-о! Слава богу! Наконец-то! Господи, какой я болван! Болван! Не номер 55 на 22-м этаже, а номер 22-й и 25-й! Это номер 55 на 2-м этаже! Господи! Что это со мной такое, а? Думаете, у меня дислексия? Или, по-вашему, я тупой? Скорее всего, тупой. Моя мама так говорила. Просто тупой. Думаете, надо провериться? Может, надо провериться? Бывают тесты на дислексию? Ух ты, чувак, у тебя пушка. Ну, круто же. Какая циничная игра, а? Это для мисс Стоктон. Господи, бери эти суши и передай их лично мисс Стоктон. И не трогай там ничего. Ладно, давайте. Нам же явно сюда. Потому что идти обратно в лифт — это подобно самоубийству. Ну или для любителей крутого экшена. Так, куда выйдем, пока не знаю. Но, по крайней мере, мы, по идее, должны быть здесь... А, нет, мы здесь уже в любом случае во враждебной зоне. Или нет? Так, нам на этом же этаже надо ее замочить. Она там будет есть суши. А у нас есть что-нибудь, чтобы травить ей суши? Нету. И что такая охрана у нее, да? Но это Лейла смелая девчонка, если знает, что ее пришли убивать. Она пошла суши жрать. Ладно. Давайте думать. Не мы почему такая большая локация, она стоит перед нами. В принципе, конечно, стрелять-то можно начать, только смысл.
Давайте искать яд для того, чтобы его прикончить. Точек интереса пока не вижу. То есть, где бы мог лежать крысиный яд или еще что-то, кроме еды. Но у меня, я насколько знаю, крысиного яда я нигде не подбирал. Вашу мать, парни! Вы похожи на детишек в музее, черт вас побери! Ух ты, откуда выполз этот парень? Такой серьезный. Так, интересно, меня запалят, нет? Да. Причем жестко. Так, она пошла вон туда, налево. Вы за ней? Ну да, парни, правильно. Давайте охраняйте ее. А я буду заниматься уже всеми остальными. Так, здесь сейчас никого, кроме меня и вот этого парня. Отлично. Извини, друг. Ничего. А, я кого-то пропустил. Давайте тогда попробуем наверх, что ли, пробраться. Может быть, это что-то даст. Так, здесь пока пусто. Тот парень ходит там. Что мне это даст? От этого парня могу убить? Хорошо. Так, они сюда идут, нет? Или они просто услышали? Да, скорее всего, они просто услышали, они не на моем этаже. Маскируемся. Отлично. Здесь можно пробраться, нет? Нет, здесь он не проберется. И не спустишься нигде. Ладно, значит, парень здесь просто стоял для того, чтобы... Так, там парни меня ждут, но там же что-то можно сделать. Очень много точек интереса. В принципе. Что-то с едой ее можно сделать, но у меня нету отравы, чтобы что-то с ней пытаться сделать. Возможно, где-то здесь, бродя, я что-то и надыбаю. Так, не палимся, не палимся, не палимся. Вот она наша цель. Она вот здесь бродит. Там что-то можно еще сделать. А, вот, все вижу. А давайте подождем, пока она пройдет здесь и тупо убьем ее люстрой. Чем не вариант? Вот она жрет суши. Где-то, в принципе, наверное, лежит отрава. Вполне вероятно. Вот там что-то синим отражено. Но сейчас она будет проходить здесь, и мы ее люстрой пришибем. Мне нравится этот вариант. Простенько и со вкусом. Так, вот эти парни, давайте только вы не сюда, а? Серьезно сюда, что ли? Твою мать. Вообще не в это, не вовремя. Эй, этот парень идет сюда. Может, он уже здесь, а вы тут болту пинаете. Так, сейчас она пойдет. Давай уходи отсюда, уже припрёшься это, блин. Так, сейчас она потихонечку. Давай, дружище, уходи отсюда, не беси меня. Все, она пошла, нужно ловить момент. Сваливай отсюда, говорю. Упырь. Ну? Да ладно. Так, ловим момент. Да уйди ты отсюда, заколебал. Вот специально здесь поставлен, что ли, чтобы не дать мне это сделать. Вот падла. Так, ну ладно, будем ориентироваться по маркеру. Вот сейчас. Ничего, не получилось, типа, все. Нет, не получилось. Попытка номер раз не удалась. Ладно, давайте попробуем посмотреть, что здесь. Можно вылезти в окно. Что мне это даст?
Вылази, не тупи. Ага, вижу. Мне это ничего не дало, я мог и без окна так пройти. Но, видимо, сюда когда-то она придет. Там мне все на сушу указывают. Ладно, проходим. Здесь что? Для открытия двери нужна ключ-карта. А у меня ее нету. Вашей ключ-карты. Ага, здесь этого парня завалили, понял. Чёртов новичок. Новичок? Чё творю? Сам не знаю. Вы заблудились? Нет, все нормально. Эй, вы, извините. Да-да-да. Эй! Да-да, я здесь. Сэр, пожалуйста, повернитесь. Все, я запалился. С вами ты, руки вверх! У меня приказ проверить все комнаты. Мистер Декстер велел никого не пускать. И как нам проверить комнаты, если... В эту комнату нельзя. Слушай, пора признать, этой комнатой больше пользоваться не будут. Мистер Декстер еще надеется. Его сына нет уже много дней. Считай, что это часть траурного ритуала. Сейчас эта комната для него священна, и в нее нельзя. Так, все, вроде расходитесь, да? Вот, отлично. Про эту комнату они говорили, давайте туда и зайдем. Что тут? О! Да вы издеваетесь. Ха-ха. Что-то там можно взять, это, видимо, яд, да? Че, может они мне предлагают через них пройти? Это было бы прикольно. Только нереально. Так, ну посередине не пройти. А давайте попробуем, чем черт не шутит, вдруг получится. Так, где здесь бегает? Ой! Ой, она меня не поймала. Как мне повезло. Так, яд я взял, теперь осталось пройти назад. По той же дороге, да? Давайте. Он что, сюда идет? Да ты издеваешься. Этот парень там делает. И что вы хотите сказать, что они будут ходить через лазер вообще без проблем? Я не поверю. Кстати, вот эти все вещи можно взять. В убежище чисто! На кой сигнализация, если она срабатывает просто так? А, сигнализация сработала, я все-таки... Настоящую охрану ничто. Я все-таки не запалился, да? Аминь. Ага, здесь можно выбрать любое из оружий. И им и прикончить. Неплохой у них тут арсенальчик такой, надо сказать. Помешанный на оружие. Да, так, помогло. Значит, я взял... Яд, теперь могу отравить сушу. Давайте этим сделаем, тем более, что это было непросто. Так, а чтобы это сделать, мне нужно спуститься. Соответственно, это сделать довольно легко, потому что она далеко. Давайте так и сделаем. Складывается картина. Главное, теперь, чтобы этот парень меня не запалил. Он меня уже палит. Хорошо, давайте подождем. Пока они все разойдутся, вот допустим сейчас. Вот этот парниша меня не запалит. Давайте тогда потихоньку, потихоньку. Хорошо, отлично. Теперь просто будем наблюдать за ее смертью. И теперь бы понять, куда мне дальше двигаться. Так, ну наконец-то она вроде приходит сюда к суше. Уж очень долго пришлось ее ждать. Бродила там, ходила вальяжным шагом, свои апартаменты обхаживала. Давайте посмотрим, сейчас она должна сажать свои ядовитые суши, посмотрим, что с ней произойдет. А меня больше интересует другой вопрос. Там же была закрытая дверь, которой нужна была ключ-карта. Явно мне нужно будет туда бежать. А где найти ключ-карту? У нее, возможно, из нее выпадет. Но если она сейчас там окочурится, то я хрен подберусь туда. Ну, давайте смотреть в любом случае. Что-то же разработчики запланировали следующим шагом после ее убийства.
Явно нужно будет каким-то образом свалить. Так, ну что, вот она поела. Вот пошла, ты должна упасть. Ты что, сюда идешь, что ли? Да ладно. Сейчас и охрана за тобой попрется. Тогда я висю. Ты решила воздухом подышать? А зачем тебе к перили? Ну-ка. А что ты... А, ты одна заходишь? Без охраны? Так это все, это наш шанс. Мы ее отравили просто, чтобы она пошла воздухом подышать. Давай. Все, ты наша. Иди отсюда. Я не могу. А где ключ-карту-то взять? Ну ладно, давайте. По балкончику пойдем. По-моему, там можно пройти. Вот тупоголовая охрана, да? Бродили за ней хвостиком. Так, тебя тоже можно толкнуть, нет? Пока. Ой, сегодня веселая серия, все падают. Так, тебя сейчас пройдет аккуратно, чтобы он нас не запалил. Ой, ой, не вовремя я запалился вообще. Ё-моё, так долго ждал, чтобы так глупо запалиться. Игнорировать меня опасно для здоровья. Повернитесь ко мне. Сэр, немедленно остановитесь. Так, что ты пойдешь за мной? Он за мной пошел, да? Или нет? Что происходит? Нас больше и у нас больше пушек. Тебе не страшно? Ну, началось деревня лето. Я так долго ждал ее, чтобы так по-тупому спалиться, что ли? Ладно, давайте валим, пока они на меня не смотрят. Так, куда мне выйти-то? Выйти можно там, но я сюда не проберусь. Мне нужно зайти в ту комнату, которая отображается синей рамкой. А где мне найти ключ-карту? Блин, столько много еще точек. Ну ладно, давай искать ключ-карту. Какой выбор-то? Так, если я залезу здесь, то меня кто будет палить? Нет, здесь залазить не надо явно. Здесь тоже их куча просто. А, давай. Ну, давай потихоньку. Где-нибудь сохраниться бы еще. Так, сюда никто не идет, надеюсь. Так, их здесь целая толпа. Я здесь не пройду. Значит, давайте обратной дорогой. Совсем я что-то подзапутался здесь. Ключ-карту надо искать где-то в другом конце дома. Так, охрана ее так и ждет, да? Ну, давайте попробуем мимо них пройти. Выбор-то небольшой. Мне во вторую часть дома, где я мало бродил. Судя по всему, там и находится эта ключ-карта. Здесь я нигде не поднимусь. Да. Давайте пробовать проходить мимо. Используя интуицию. Хорошо. Они на меня даже не палят, что ли? Так, значит, у нас точки интереса две в той квартире. Ой, в той комнате, и вот в этой, да? Давай туда пойдем. Потихонечку. Так, а вон, наверное, ключ-карта лежит. Не так все сложно, как я и думал. Вот она, да? Пожалуйста, пусть это будет ключ-карта. Отлично. Это ее кабинет. Здесь можно было пробраться. Здесь еще возможности для ее убийства просто миллион. Так, теперь давайте будем пробовать искать самый безопасный... Это что? Пистолет? Пробовать самый безопасный путь искать... В это убежище. Здесь двое стоят. Ну ладно. А мне как раз на первом этаже в ту комнату.
Так, а здесь что? Вроде пусто. Кучеряво живут, надо сказать. Очень кучеряво. Так. Мне куда-то туда дальше. Угу. Но я не проберусь здесь так спокойно, как я хотел бы. Здесь сразу трое меня палят. Ладно, давайте обратно. Ну-ка, если наверх. Нормально все одето, не это. Не бзди. Здесь можно было на нее что-то скинуть, да? Так, а если мы скинем, то они отвлекутся, интересно? Так, ну давай пробовать. Давай пробовать. Мне на первом этаже надо пройти. Вот здесь. Дай бог интуиции хватит. Так, вроде пока хватило. Так, какую мне комнату? Еще дальше, что ли? Угу. Так, что-то не понял, а почему дверь с этой стороны? А, все, я правильно зашел. Для чего мне нужна была ключ-карта тогда? Я мог сюда и без нее пройти. Ладно. Век живи, век учись. Так, что здесь нужно? Взять телефон, все. Лейла, живо сюда! Мы уходим. И ты пошевелись! Вертолет! Я разберу тебя атом за атомом и буду разводить как племенную корову. И не надо удивленно смотреть. Ты же выросла из пробирки в моей лаборатории. Будешь как дома. О, только не говори, что ты не знала. Господи, это же просто нечто. Ах, ты ублюдок! А? Нет, подходи ко мне! Вот она, красава. Все, пристрели его. Молодец, девочка. Может, из тебя и выйдет толк. Усыпите и тащите ее в вертолет. Ну, блин. Но это такая истинная дочка 47-го. Он ее явно удочерит в конце игры. И будут жить вместе, убивая на пару. Вместе-то убивать веселее. Эпичненько, эпичненько. Крыша Blackwater Park. Отлично. Ну давайте на этом эту серию закончим. Следующая вполне может оказаться последней, хотя не уверен. В любом случае, в этой серии мы устраняли помощницу Декстера. Немножко было геморройно, но в любом случае справились. Давайте увидимся в следующей серии. Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был AnybodyPlay. Все, пока. Пока.